Становись, равняйсь, смирно. 150 военнообязанных и более 20 видов техники. Осенний тест армии затронул тех, кто уже давно отслужил, и тех, кто впервые знакомится с армейским бытом. Сканирование проходит и техника, которая в том числе снята с хранения. Но, пожалуй, самому сложному испытанию в эти дни подвергаются характеры белорусов, которые в большинстве своем с пониманием отнеслись к призыву на сборы. В ходе сбора осуществляется проверка готовности к выполнению задач по предназначению инженерных подразделений, а также подразделений боевого, технического и тылового обеспечения. Место встречи 83-й инженерный аэродромный полк. На 20 дней казармы этой части стали родными для военнообязанных со всей Могилевской области. Тактика, специальные занятия, стрельба и ремонт техники. Запасникам напомнили все аспекты боевой подготовки. И вот промежуточный экзамен, смотр личного состава, убывающего на полевой выход для выполнения поставленной задачи. В плане вот у нас сегодня промежуточный итог этих сборов наступил. Мы подводим итоги, проводим строевой смотр, смотр готовности этого батальона к выполнению задачи. Личный состав и техника готовы. Вывод командира после смотра. И вот команда по машинам. Прямо со взлетно-посадочной полосы Бобруйского аэродрома батальон отправляется к месту выполнения приказа. Обустройство полевого лагеря и быта военнослужащих, маскировка техники и слаживание подразделения в условиях, приближенных к реальным. 38-летний старший сержант Вадим Манько на гражданке электромонтер. Во время сборов мужчина ведет боевую карту командира. Наносит оперативную обстановку, перемещение личного состава и вражеского подразделения. Эти сборы нужны, они поднимают резервистов, вспоминают те, кто не знал, что-то изучают. Соответственно, соответственно, кадровые офицеры тоже учатся принимать резервистов с большим количеством населения работать. Враг не пройдет, а если быть точнее, то не проедет. Круглосуточно контрольно-пропускной пункт на въезде в лагерь находится под охраной. На КПП заступают самые подготовленные бойцы и на деле отрабатывают свои действия. Выйти из машины, колбою! Индивидуальные тренировки и занятия в составе подразделения. На протяжении 5 дней полигон будет учебным местом для военнообязанных. Кульминацией станет тактическое учение. Строители, айтишники и инженеры. В эти дни на полигоне все они один коллектив, где каждый понимает, что безопасность страны в ее единстве. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели.